В рамках празднования 96-й годовщины города Карачаевска в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» появилась аллея педагога и наставника. Деревья были посажены по инициативе главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. В рамках года педагога и наставника на открытии аллеи побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Сама идея открытия этой аллеи дает возможность задуматься об истинной значимости учителей и наставников в жизни каждого. В посадке деревьев приняли участие министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко, мэр Карачаевска Марат Урусов, председатель региональной организации профсоюза Марина Чутчаева и исполняющий обязанности ректора КЧГУ Талсултан Узденов. Мы надеемся, что это событие напомнит всем нам о важности образования и ценности благородной профессии учителя. Аллея символизирует дань и почесть нашим дорогим учителям в память и в поклонение того, что наши учителя являются тружениками на самом деле. Ежедневно они приходят сегодня в школы, любят своих детей, безмерно любят, любят свою работу ежедневно. Для популяризации профессии учителя в том числе мы открываем такую аллею в год педагога и наставника, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. В свою очередь, исполняющий обязанности ректора КЧГУ имени Умара Алиева Талсултан Узденов подчеркнул, что появление аллеи педагога и наставника имеет особую значимость. И отрадно, что именно здесь, в парке «Зеленый остров», появится эта аллея, которая будет символизировать титанический труд педагога, подытожил Талсултан Узденов. Сами ростки дерева, они олицетворяют те знания, ту доброту, которую вкладывают наши педагоги в наших детей. И они видят потом их плоды и радуются. Больше радости для педагогов, для работы учителя нет. И вот эта аллея памяти, которая олицетворяет труд педагога и наставника, будет всем, кто здесь будет проходить, напоминать об этом, как они будут цвести. И точно так же, как знания и доброта, которая будет вкладываются нашими педагогами в молодые души наших ребят. После все гости мероприятия посетили выставку, представленную кафедрой декоративно-прикладного искусства и дизайна КЧГУ, связанную с культурой и традициями народов республики. Алихан Лепшоков, Аслан Герюгов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск.